просто в автомобильном спорте вообще, и в дрифте в частности. Разгон, постановка. Кристопс немного воздуха оставляет между автомобилями, хотя нет, это многовато воздуха. Заезжает в первую клиппинг-зону Аркадий Цереграцев. И во вторую заезжает тоже. И Кисдувол исполняет. И берет уверенно третью. Открытый дрифт очень хорошо, без каких бы то ни было претензий по траектории. Пятая клиппинг-зона вот здесь, наверное, узковат. Поехал немного Аркадий Цереграцев.